Всем привет, всем здрасте. 4 сентября 2018-го, Крым. Судак, гора Алчак-Кая. Немножко я не дошел до вершины. Просто вчера поранил ногу, но думаю, не стоит мне лезть туда дальше. Вот осталось совсем недолго, минут 15 от силы. Ну, дай-ка я сниму видосик просто для интереса. Значит, по самой горе Алчак-Кая. Это положительно аномальная зона, скажем так, да, место силы. Вот, относится одним из самым значимым известных мест силы. Что само присутствие здесь, это вот даже и чувствуется, как меганом, которым, кстати, название Чиклар, исконное название. Долез я где-то примерно до полгоры, а так сегодня снято на видеокамеру. Пешая обзорочка и прогулка по Алчак-Кая. Тут по тропинке я прошел. В общем, много снимать не стал. Так самое интересное, такую беглую обзорочку. О, народ тоже лезет. Вот, и вот такая отсюда вот красота. Ну, многие уже здесь были, я два раза лазил. Вот Судакская бухта. Так что видео я сегодня снял. Оно будет уже по приезду. Собственно, возвращаюсь обратно на пляж. Погода сегодня шикарная, море теплое, ветер сильно. Так что всем пока.